Приветствую вас и прошу прощения, хотел бы дополнить твой ответ. Исходя из вашего вопроса относительно того, стоит ли выходить моментально из отношений ваших. Здесь мне бы не хотелось давать вам каких-либо советов, потому что решать исключительно вам. Может быть, если вы останетесь в этих отношениях сейчас и не станете их разрывать, мужчина просто-напросто успокоится, и вы придете совместно к тому, что у вас не может быть дальнейших отношений. Либо мужчина одумается, если вы останетесь сейчас в этих отношениях. Я одумается и скажет вам, чтобы он не прав, что это была минутная слабость и так далее. Или, может быть, если вы выйдете из отношений, то человек, напротив, будет агрессивно воспринимать то, что вы его бросили, и это у него будет вызывать настолько еще большую обиду. Так вот. А что делать вам в этой ситуации? Я думаю, нужно все-таки решить самостоятельно, потому что, ну, непрофессионально это давать в данном случае совета. Если вы считаете, что мужчина, ну вот вы его знаете, да, и вы считаете, что он не возьмет свои слова обратно, да, не извинится, не образумится, не будет как-то менять свое поведение, если вы чувствуете, что вот такое его проявление, это как бы логичный исход его поведения изначального, которое было перед этим, то тогда, конечно, стоит из отношений выходить, потому что, ну, понятно, что лучше ничего уже не будет. А если мужчина, в общем-то, обычно вел себя нормально, всегда хорошо, и вот только сейчас у него такой вот всплеск произошел, то в качестве исключительности обстоятельств, ну, можно на самом деле немножко подождать и не торопить, так сказать, события, не спешить с тем, чтобы принимать решения такие серьезные, а посмотреть на то, как мужчина будет в дальнейшем себя вести, когда немножечко успокоится и эмоции поулягутся. На этом все. Простите, пожалуйста, что не ответил в первый раз. Надеюсь, это вам поможет и дополнит мой предыдущий ответ.